Привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале за просмотром нового видео. И сегодня я хочу рассказать более подробно о средствах, распаковку которых я уже показывала у себя на канале. Это два косметических средства от компании Yoka Blend. Это новая для меня фирма, честно скажу, к своему стыду, наверное, я никогда не слышала об этой марке, она не попадалась мне на глаза, и мне было очень приятно с ней познакомиться, и это было действительно классное и прекрасное знакомство. Поэтому, если вы тоже интересуетесь косметикой украинских компаний, которую можно купить исключительно онлайн, то просмотром. Но прежде обязательно подпишитесь на мой канал, также ставьте лайки и к теме. Сейчас косметических компаний, которые представляют свою продукцию как что-то супер классное, супер натуральное, там супер-пупер без всяких химических и вредных компонентов, очень много. Но очень часто за ними скрываются просто маркетинг и очень громкие заявления. А по факту косметика также содержит в себе какие-то вредности, какие-то химозности, просто они как бы прикрыты маркетинговой наклейкой эко. Компания Yoka Blend, они не являются брендом, который рассказывает, что они супер экологически чисты. Это бренд, который позиционирует свою косметику как таковую, которая не содержит в себе SLS-ов, SLS-ов и парабенов. Для меня это лучше, чем табличка эко на косметике, которая эко-косметикой не является. Философия бренда не очень нравится и очень импонирует. И, наверное, уже за это я могу поставить им свой такой достаточно большой плюсик. Пускай первый, но не единственный. На обзоре у меня было два средства. Первое – это пенка для умывания, для сухой кожи, которая содержит в себе гиалуроновую кислоту. И второе – это просто шикарный гель для душа. Почему я выбрала именно пенку для умывания? Поскольку у компании очень большой достаточно выбор продуктов для ухода за лицом, за кожей, за телом, для ванны, для всяких вот этих вот штучек, примочечек, и, в общем, спа у вас дома. Но у меня средство для умывания – это всегда очень такая большая проблема и головная боль, потому что для меня подобрать средство, которое вот для сухой кожи, которая не сушит и так сухую кожу, это достаточно большая проблема, и я всегда стараюсь у брендов, которые уже вызывают у меня доверие, попробовать какие-то средства для умывания. Что могу сказать об этой пенке? Во-первых, у нее очень удобная упаковка, она мне нравится. Это стандартная упаковка для любой пенки для умывания. Это пластиковая баночка, тубус, такой кругленький, достаточно толстенький, очень устойчивый. Также есть диспенсер, который взбивает пенку, когда вы, в общем-то, выдавливаете. То есть не нужно прикладывать никаких дополнительных усилий, чтобы добыть эту пенку из баночки. Она очень устойчивая, ей вполне реально пользоваться одной рукой, мокрой, в душе или там в ванной, когда вы купаетесь. И, в общем-то, проблем никаких не вызывает. Еще плюс упаковки в том, что на ней набита информация о продукте, о производителе, способе использования, состав и так далее. И все это написано читабельным шрифтом. То есть это касается, кстати, всех средств этого бренда, но когда вот я скажу сейчас по поводу пенки. То есть производитель не пытается скрыть какие-то особенности за нечитабельным шрифтом или за яркой какой-то этикеткой, на которую вы просто не обратите внимания, что там сзади написано непонятными черными буковками. Пенка сама по себе имеет очень легкий, мягкий аромат, такой, пахнет он таким какими-то то ли малинками, то ли клубничками, чем-то очень сладеньким, таким ягодным, приятненьким. При этом этот запах абсолютно не остается на коже, то есть вот вы чувствуете его только когда пенка у вас на руках или на лице, как только вы умываете, запах пропадает. Я обожаю такие средства, поскольку любые запахи на мне меня раздражают. Вот так. Поэтому, когда средство не имеет своего остаточного запаха на теле, это очень классно. Что касаемо результатов использования этой пенки, я подтверждаю, она реально чиста для сухой кожи. После этой пенки, во-первых, кожу не стягивает, не пересушивает, не появляется дополнительных шелушений или чего-то более подобного. Также у меня она не вызвала никакой ни аллергии, ни появления каких-то воспалений, прыщиков, покраснений лишних. Кожа нормально себя чувствует и хорошо выглядит. Также немаловажный факт, пенка отлично справляется со своими, в общем-то, заданием очищать кожу. Она
пускай очень мягко, очень бережно, но очищает кожу реально до скрипа. То есть для меня вот это очень важно. Я очень люблю, когда кожа реально чистая и очень-очень хорошо очищена. И вот это про эту пенку. Я пользуюсь пенкой около 2 недель, я, в общем-то, только довольна ею, я очень рада, и не скажу, что она может заменить, то есть, умывание и, там, допустим, какой-то дополнительный уход в виде, там, кремов, сывороток и так далее, нет. Но она станет очень хорошим таким подспорьем для более успешного и более эффективного влияния на вашу кожу от тех самых кремов, сывороток и прочих прелестей. И второе средство, которое было у меня на обзоре, это гель для душа. Почему гель для душа, я сама до сих пор не знаю. Наверное, потому что мне стало очень интересно попробовать гель, который не содержит в себе SLS-ов и SLS-ов. Это достаточно большая редкость на сегодняшний день, по крайней мере, у меня, в моем случае, потому что в офлайн-магазинах моего города есть какие-то эти стандартные гели для душа, которые ты намыливаешься, ты такая вся в пене, все вокруг в пене, пенная вечеринка в разгаре, потому что там дофига какой-нибудь химозина, которая дает бешеную пену. Этот же гель заявлен как более щадящий, более мягкий, который не только очищает, но и немножечко ухаживает за кожей, потому что он содержит там в себе какие-то там масла и прочие прелести. Я оставлю ссылку на продукт в описании. Там можно будет четко посмотреть на сайте как бы его действующие вещества и там какие обещания нам предлагает производитель к этому гелю. Какие его достоинства? Наверное, самое первое, что я хочу сказать, и то, что для меня стало реально прикольной штукой, это упаковка. Я никогда не думала, что гель для душа в упаковке с диспенсером будет настолько для меня удобным. То есть баночка, во-первых, широкая, она не падает, она очень устойчивая, диспенсер тоже у четки удобный, хорошо работает, и ею можно пользоваться вот буквально одной рукой в ванной, там, вися на одном ноге, и, короче, вообще без каких проблем, ничего не падает, и все очень-очень удобно. Второе, это сумасшедший красивый цвет этого геля для душа. То есть он там, ну, как бы кожа ваша не особо-то сияет после того, как вы им накупаетесь, но в банке это выглядит просто шикарно. Это будет просто очень классное украшение полочки с косметикой у вас в ванной. Третье, это аромат. Он так классно пахнет. А самое главное, что мне больше всего нравится, что вот когда выдавливаешь гель, да, из баночки, он вроде пахнет, но не так сильно. Но как только ты взобьешь из этого всего маленькую, достаточно, кстати, скудную пенку, оно начинает раскрываться и пахнет еще больше. Это просто такой, знаете, запах лета. Вот просто вот лето пахнет так, как пахнет этот гель для душа. Очень классная штука. Четвертый немаловажный для меня факт – пены мало. То есть в нем нет компонентов, которые бы давали очень сильную активную пену. То есть пенка есть, но ее немного. При этом гель работает абсолютно эффективно, нормально. Точно так же, как и те гели, которые дают просто вот эту вот шапку из спины и из маленькой капельки. Кожу очищает точно так же хорошо. В общем-то, никаких проблем нету. Что можно пользоваться с мочалкой, что можно без мочалки. В принципе, разницы особой нет. Кожу после него не стягивает, не сушит, нет желания там облиться каким-нибудь лосьоном или молочком для тела. И на коже также не остается никакой пленки, которая, вот знаете, не смывается. Вот бывают такие гели, что ты помоешься, а потом, блин, ты не можешь смыть его себя, вот эту пленку, и хочется еще раз мочалкой себя натереть, чтобы вот это от себя смыть. Нет, такого нет. Аромат на коже остается, но очень легкий, очень незаметный, и который достаточно быстро улетучивается. Поэтому от этого геля я тоже осталась просто в огромном таком восторге, и, в общем-то, я также его с удовольствием рекомендую к покупке и к использованию. Вот такое было мое впечатление о бренде косметики Yoka Blend. Всем, кому это интересно, я, повторюсь, оставлю ссылки на продукты и на сайт компании в описании. Также под видео будут ссылки на мои отзывы более подробные об этих средствах. А на этой веселой ноте я всем говорю спасибо за внимание, спасибо за просмотр, всем я желаю творческого вдохновения, хорошего настроения и до новых встреч!